7 апреля решением Центрального районного суда города Твери отказано в удовлетворении административного иска о признании незаконными переименования проспекта 50 лет октября. Исковые требования к Тверской городской думе и ее председателю выдвинула жительница Твери. Она настаивала, что решение о переименовании проспекта 50 лет октября на проспект Николая Корыткова является незаконным. В судебном заседании оглашена резолютивная часть решения. Эта история началась в 2020 году. В Кимрском районе пропал 63-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого поиск пропавшего продолжался. 5 апреля в результате слаженных действий следователей Следственного комитета и сотрудников УМВД местонахождение подозреваемого в совершении преступления против жизни человека было установлено в городе Москве, где он был оперативно задержан. Злоумышленник оказался сыном убитого мужчины. Подозреваемый признался, что совершил убийство в пылу ссоры, когда прошлым летом приезжал к отцу в деревню Слободище. Тело спрятал в подвале. Следователи-криминалисты регионального СК во взаимодействии с сотрудниками полиции приехали в дом, где нашли тело убитого человека. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжается.